музейно-выставочном комплексе «Артишок» прошла творческая встреча с художником и пологом, членом Творческого союза художников России и Международной федерации ЮНЕСКО Екатериной Борисовой. С самого детства Екатерина Альфредовна рисует и занимается верховой ездой. Именно поэтому ей удается так детально изображать благородных животных. На мероприятии художница рассказала о своем творческом пути, о знаменитых лошадях разных пород. Я его знала, писала с натуры. Это как раз вот он выиграл чемпионат России, стал абсолютным чемпионом и являются его потомки сейчас во многих умных хозяйствах. Работы Екатерины Борисовой хранятся в галереях и частных коллекциях. Она – постоянный участник международных, всероссийских и областных выставок. В рамках мероприятия в «Артишоке» Екатерина Альфредовна показала свои картины. Дети как раз, они очень любят рисовать с этой картиной лошадь в воде. И здесь показана как раз вот классическая арабская лошадь. То есть она красивая, она крепко сбитая, с очень породной головой. Екатерина Борисова поделилась, какой элемент самый сложный при рисовании и в каких техниках она создает свои картины. Глаз, в нем душа. То есть я начинаю, делая эскиз, я дохожу вот именно до глаза, стараюсь написать его вперед. И, как обычно говорю, посмотри на меня. И вот когда я вижу, что глаз открылся, и видно душу лошади, все, картина удалась. В основном я академический график, это пастель, карандаш, а сейчас живопись. На творческой встрече присутствовали почетные гости. Егор Ченюк, лидер движения общественной поддержки, вручил художнице благодарственное письмо от администрации городского округа Химки. Мы вам желаем творческих успехов, чтобы каждый день у вас была муза, чтобы творить, настроение, и люди, которые окружают вас, чтобы они вам давали только положительные эмоции, тепло и помогали вам двигаться вперед. На мероприятии художница презентовала собственную книгу. В ней представлены 16 пород лошадей. Книга – источник познавательной информации и альбом для раскрашивания. Интересно будет детям и взрослым. Все, что создано Екатериной, создано с большой любовью к своему делу. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.